Филиалы Почты России в Московской области должны привести к единому стандарту. Такое поручение в конце прошлого года дал глава столичного региона Андрей Воробьев. В городском округе Люберцы подлежит ремонту 6 почтовых отделений. Новый облик одного из них уже оценили мои коллеги. Почтовое отделение на улице 8 марта закрыли на ремонт 3 недели назад. За такой короткий срок здесь произошли кардинальные изменения. Снаружи новый фасад и пандус, внутри косметический ремонт и современное оформление. Работу провели согласно сметной документации, которая была утверждена брендбуком Почты России. Мы аккуратно и красиво вписались, да, в интерьер фасада всего. Соответственно, мы понимаем, что живем много со временем, и нам нужно тоже развиваться. Нам нужно также составлять какой-то ритм и составлять какое-то определенное действие на данной территории. Комфортные условия создали не только для клиентов, но и для персонала. Отремонтировали помещения для приема посылок и корреспонденции, оборудовали комнаты отдыха и обновили склад. Также в почтовом отделении заменили систему отопления и пожаротушения. Мы переговорили с сотрудниками, довольны, можно жить это счастливы. Это вот они, по крайней мере, улыбка на лицах, потому что было что до. Это одна была ситуация, одна атмосфера. И сегодня, да, это красивое, добротное помещение, где, я думаю, что людям будет хотеться прийти на работу. На территории городского округа Люберцы работает 26 филиалов Почты России. Чтобы во всех отделениях был единый фирменный стиль, нужно переоборудовать 6 объектов. На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена. До конца месяца закрытые на ремонт отделения почты вновь откроют свои двери для посетителей. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.